Добрый день, уважаемые коллеги. У нас вопрос сегодня по Арктике, но начать я хотел бы с министра МЧС. Мы с вами обсуждали вопрос, связанный с необходимостью помощи людям во Владивостоке, в Приморском крае, но мы встречались с вами во Владивостоке. Тогда были и даны определенные поручения. Владимир Андреевич, что сделано и какова там ситуация сейчас? Товарищ президент Российской Федерации, уважаемые коллеги, в настоящее время в Приморском крае продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации и федеральный уровень реагирования. Органы управления и силы минимизируют ущерб от тройного удара стихии. В настоящее время работает группировка сил свыше 19 тысяч человек, 1150 единиц техники. Товарищ президент, в соответствии с вашими указаниями, мы создали резерв 1800 человек. Подтоплено более 40 населенных пунктов, 4,5 тысячи домов с населением 14 тысяч человек. Отрезаны от мира 43 населенных пунктов, неустойчиво работает связь 18 населенных пунктов, 10,5 тысяч гектаров сельхозугодий попали под удар стихии, 70 мостов, более 200 километров дорог. В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы и первоочередные аварийно-восстановительные работы. В пунктах временного размещения в настоящее время находится более 200 человек, 3 ПВР мы уже закрыли, людей отправили к местам проживания. В ПВРах организовано круглосуточное питание, работает медицина, связь, социальные работники, решаются все текущие вопросы, в том числе по оказанию помощи в оформлении документов. Работает воздушный мост, вертолеты Ми-8, Ми-26, уже более 150 человек доставили и во Владивосток, и в другие регионы. Организовали 7 временных лодочных переправ и переправ с применением ПТСов. В настоящее время населенных пунктов, там, где уходит вода, работает 21 оценочная миссия и комплексные бригады, и спасатели, которые сегодня уже очистили более 300 подворий от ила, мусора, грязи и организовали адресную помощь семьям. Конечно, приоритет – это люди пожилого возраста и многодетные семьи. Осуществляется вакцинация населения, более 1800 человек уже вакцинировано, работают медицинские бригады во всех населенных пунктах, более 1700 человек уже прошли диспансерное обследование. В понедельник решением правительства Российской Федерации из резервного фонда выделено 718,5 миллионов рублей. Товарищ президент, это средства на выплаты материальной помощи пострадавшим и на компенсацию утраты имущества первой необходимости. И соответствующая выплата осуществляется и из бюджета Приморского края. Приоритет нашей работы – это адресная помощь людям и оперативное восстановление социально значимых объектов, школы, детские сады, там, где это возможно. Там, где это невозможно, детей перераспределили, организовали доставку и обучение. В настоящее время ситуация в регионе остается напряженная. На ряде рек продолжается повышение уровня воды, соответственно, увеличится площадь подтопления. Повышаются до сих пор? Повышаются, так точно. И работают оценочные миссии. То есть, президент, мы работаем в тесном взаимодействии со всеми федеральными структурами. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Приморского края энергично работают органы местного самоуправления, помогают регионы и Дальнего Востока, и Сибири. И мы планируем после спада воды завершить оценку, и потребуется дополнительное решение по восстановлению школ, детских садов, жилья, районных больниц и других социально значимых объектов. Мы совместно с Минсельхозом и Минтрансом проговорили вопросы восстановления дорог и мостов. Уже зарезервировано 1,7 миллиарда рублей на эти цели. В настоящее время сформированы комплексные бригады всех федеральных структур, работают на месте специалисты Минсвязи, Минстроя, Минсельхоза, Минтранса, которые готовят предпроектное решение. Все дороги и коммуникации мы в настоящее время восстанавливаем по временной схеме, так же, как и линии связи, планируя подготовить проекты и завершить основные работы, товарищ президент, к сентябрю 2017 года, потому что это требует кропотливой работы, подготовки проектов и качества выполняемых работ. Мы приняли совместное решение с руководством Приморского края, что после удара стихии всю инфраструктуру, особенно в отдаленных сельских поселениях, будет восстановить лучше, чем было до. Работы продолжаются
Ситуация находится под контролем Национального центра управления в кризисных ситуациях. Доклад закончен. Да, Владимир Андреевич, пока невозможно определить ущерб, да? Особенно по домовладениям. По предварительным данным у нас общая оценка есть, но дело в том, что на реке Уссури и ряде притоков уровень воды за сутки еще прибыл. Расширяет сезонное подтопление. Там, где вода уходит, у нас уже работает 21 оценочная миссия, и мы шаг за шагом продвигаемся. 304 дома, которые подготовлены к проживанию, мы уже расчистили подворье, доставили тепловые пушки и дополнительно Сахалина, Забайкалья и Хабаровского края тепловые пушки направляем. Но окончательный масштаб и конкретные решения будут подготовлены после того, как третий удар стихии ослабнет и вода уйдет. Хорошо. Вы понимаете, насколько это важно, не затягивайте. Как только будет возможно, сразу сделайте это как можно быстрее. Все, есть точка зрения. Угу. Мы некоторое время назад обсуждали вопросы развития сельского хозяйства. Отмечали, что у нас с 2010 года в два раза, например, выросло производство свинины. В 2015 году более 3 миллионов тонн мы произвели. Уже закрываем почти целиком, полностью свои собственные внутренние потребности, и появляется экспортный потенциал. В том числе вы просили меня и с китайскими коллегами поговорить с тем, чтобы для нас был открыт китайский рынок, очень перспективный и большой. Но есть проблемы, которые мы должны решить и не только для организации этого экспорта, но и для обеспечения качества продукции внутри страны. Это эффективно бороться нужно с распространением инфекционных заболеваний среди животных, в том числе африканской чумой свиней. Вот в ходе этого поручения, в ходе этого совещания были даны и поручения определенные правительству. Я бы попросил сегодня рассказать, что сделано, поскольку срок исполнения этого поручения прошел. Сегодня уже 7-е, да, а мы договорились о том, что такие предложения вами будут подготовлены к 1 сентября. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, правительство России подготовило проект плана действий, дополнительных мер по борьбе с африканской чумой свиней, которая действительно является главной угрозой для развития нашего свиноводства, для обеспечения качественной продукции внутреннего рынка и развития экспортного потенциала в этом направлении. План действий был обсужден всеми заинтересованными ведомствами. Вчера собирались и у Андрея Ремича, и у меня, и договорились о двух вещах. Сам план доработать в течение короткого периода времени и утвердить решением правительства, но реализацию большей части пунктов, которые предусмотрены планом, которые не вызывают сомнений, начать немедленно, уже сейчас, до того, как будет формально этот план утвержден правительством. О чем идет речь? В первую очередь это усиление контрольных полномочий наших федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Минсельхоз должен быть наделен полномочиями по согласованию структуры органов исполнительной власти регионов в области ветеринарии, мониторинга и оценки их деятельности, в том числе согласование руководителей этих региональных органов. Почему об этом идет речь? Мы занимаемся темой АЧС уже многие годы. Были неплохие периоды, в частности, в прошлом году АЧС пошла на убыль, но в этом году вновь ситуация резко ухудшилась. Как правило, это происходит там, где просто расслабляются местные власти, расслабляются местные контрольные органы, теряется контроль. И реальной вертикали власти в этой сфере по закону не существует. У нас отдельные полномочия федеральных органов, отдельные полномочия региональных органов. Правительственная комиссия действует, когда сигналы доходят до регионов, они также начинают действовать. Но, как и в любой такой работе, должен быть постоянный контроль. И это требует наделения полномочий по вертикальному управлению Россельхознадзора и Министерства сельского хозяйства. Мы договорились, что такие изменения в закон будут внесены. И все сейчас с этим согласны. Кроме того, критически важным является введение критериев и обязательных условий по содержанию свиней в личных подсобных хозяйствах. Вопрос чувствительный, поскольку люди держат свиней в своих ЛПХ, и зачастую это не отвечает никаким санитарным нормам и правилам. Эта сфера не подконтрольна. Такие правила пришло время ввести,
проект этих правил уже разработан, и необходимо установить ответственность за соблюдение данных правил. Органы местного самоуправления должны быть наделены полномочиями по ведению учета поголовья свиней в ЛПХ и контролировать соблюдение и правил, и порядка учета. При этом мы продолжим реализацию программ замещения этого вида деятельности в личных подсобных хозяйствах другими видами деятельности. Будем поддерживать региональные программы, которые направлены на разведение в личных подсобных хозяйствах других видов сельскохозяйственных животных, которые также могут приносить доход людям и смягчить социальные последствия отказа от содержания свиней в личных подсобных хозяйствах. Анализ показывает, что в последние несколько месяцев главной причиной распространения АЧС в наших регионах становится уже не только нарушение правил содержания свиней в ЛПХ и в отдельных крупных хозяйствах, но и распространенность популяции дикого кабана по территории, особенно центральной части России. Принимались в отдельных регионах меры по снижению популяции, причем в административном порядке, в регулируемом порядке. Тем не менее, у нас есть противоречия между интересами свиноводства, сельского хозяйства в данной сфере и интересами, связанными с экологией, с поддержанием биоразнообразия животных на территории Российской Федерации. С нашей точки зрения, с учетом того, что речь не идет о всех регионах, речь идет о регионах, которые либо уже подвержены АЧС, либо соседних регионах, необходимо пойти на резкое снижение популяции дикого кабана в этой части России. При этом эта популяция сохранится в других регионах, не подверженных АЧС, где таких рисков нет. Когда мы сможем в значительной мере побороть эту беду, восстановить популяцию не составляет значительного труда. Это можно будет сделать достаточно быстро. Поэтому мы сейчас окончательно согласовываем, и в ближайшие буквально несколько дней это будет сделать, показатели, до которых должна быть снижена популяция дикого кабана в соответствующих регионах. А в некоторых регионах речь идет о полной депопуляции дикого кабана. И мы обязаны на это пойти. Отмечу, что часть проблемы – это наличие АЧС в соседних странах. Это и Республика Беларусь, и страны Балтии, и Украина. Мы ведем диалог и сотрудничаем с соответствующими органами этих стран. Они также принимают подобные меры, фактически одинаковые меры вместе с нами. И эту работу мы продолжим. Еще раз подчеркну, действительно, мы пока не утвердили сам план, но его реализацию начали. И подавляющая часть пункта будет реализована уже сейчас, не дожидаясь утверждения плана. Но план будет утвержден через короткий период времени. Через какой? По моим оценкам, до конца сентября план будет утвержден, но к этому времени проекты нормативных актов уже будут готовы, и когда Дума начнет работать, мы их внесем в Государственную Думу немедленно. Давайте договоримся, что до конца сентября это будет сделано. Mm-hmm. Сергей Ефимович, ваше ведомство как относится к тем предложениям, которые сейчас сделаны? Вот, как сказал Виталий Владимирович, мы сейчас со своей стороны предложили уровень регулирования, как мы это корректно, на мой взгляд, было бы назвать, регулирование дикого кабана в тех регионах, где находятся сами хозяйства, большие хозяйства по разведению свиней. Там мы планируем и предлагаем сделать вокруг этих хозяйств буферную зону, где фактически довести уровень регулирования кабана до нуля вокруг этих хозяйств, чтобы не было ни контакта дикого кабана со свиньями. Это первое предложение. Второе предложение от нас было, это сделать тоже буферную зону вокруг, вдоль границ с теми странами, где есть вот эта проблема с АЧС. Там тоже это регулирование довести до уровня отсутствия кабанов вот как раз в этой буферной зоне. А по остальным регионам дифференцированно подойти, как вот было сказано Николаем Владимировичем, там, где АЧС есть, ну, у нас предложение снизить до уровня, сейчас, одну секундочку, для 0,25. Да, ну, я, одна особь на 4000 гектар, это там, где как раз АЧС было и, соответственно, где есть риски.
где сопредельные регионы с этими регионами, где АЧС присутствует. Здесь одна особь на 2000 гектар, и там, где благополучный регион, где АЧС не было, соответственно, нет рисков, там до 2 особей на 1000 гектар. Ну вот сейчас как бы эти подходы мы согласовываем. Хорошо, ладно. Переходите, пожалуйста, к Арктике. Да. Вы хотели добавить? Да, добавить. Ну, пожалуйста. Для информации, мы за 7 лет последних 42 субъектов Российской Федерации потеряли 800 тысяч поголовья из АЧС. То есть у нас поголовье 25 миллионов в России, почти миллион. То есть если им... до этого было очень много, мы с Аркадьевичем совещаний, уговоров, либить рак и щука, то система не работает. И сегодня на самом деле Польша, на Украине, Прибалтике, отчасти Германии, там на ушах все стоят, потому что беда большая приходит в Европу. И все эти меры, там, демократические, полумеры не работают. Поэтому я прошу прощения, по диким кабанам, если мы рекомендательная мера там, 0,25 на 4 гектара, ну, кто это будет контролировать? Я считаю, что надо более радикально идти, и, конечно, даже как это делали в Беларуси, платить за каждого кабана, особенно за матку, которая, так сказать, естественно, сразу там, дает большой приплод и сразу размножение. Если предложение, если у нас не пойдут дела, в этой части мы не сократим популяцию, значит идти на крайние меры. Да, это будут тоже деньги, но по-другому нам дороже поголовье, то, что мы, это наша экономика страны, да, чем, так сказать, там, ну, 50 тысяч поголовья в центральной зоне диких кабанов. Поэтому спасибо, очень своевременное и совещание, и предложение. И на самом деле селяне этого очень ждут. Спасибо. Хорошо, нужно на правительственной площадке доработать, как мы договорились, до конца месяца. И оформить эти предложения. Сергей Ефимович, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, в настоящее время Российская Федерация претендует на расширение площади арктического шельфа на 1,2 миллиона квадратных километров за счет увеличения внешней границы континентального шельфа Российской Федерации за пределами 200-мильной экономической зоны. Соответствующую заявку, согласно статье 76 Конвенции ООН по морскому праву Российская Федерация направила в Комиссию ООН по границам континентального шельфа в августе прошлого года. Рекомендации комиссии в отношении границ континентального шельфа являются основанием для делимитации акватории сопредельных государств. Рассмотрение заявки обычно составляет от 3 до 5 лет. Российская делегация работает над тем, чтобы наша заявка могла быть рассмотрена до середины лета следующего года. В августе, то есть вот совсем недавно этого года, состоялась презентация российской заявки на подкомиссии в ООН. В качестве первых результатов представления заявки было подтверждено, что ключевое внимание специалиста будет обращено на обоснованность построения карты рельефа морского дна. В связи с этим, для снятия возможных вопросов, нам необходимо, чтобы Минобороны в 2016 году завершило обработку и интерпретацию батиметрических данных, полученных в ходе проведения высокоширотной экспедиции. С Минобороны мы провели все соответствующие согласования, коллеги сейчас будут подключаться. Также активную деятельность здесь ведут и другие приоритетные государства. В частности, свою заявку в комиссии представила и Королевство Дании. Совсем недавно они представляли дополнительную информацию. Здесь получается так, что представленные материалы перекрывают на 550 тысяч квадратных километров заявляемой России территории, в том числе и по Северному полюсу. В связи с этим, для ускорения рассмотрения заявки, российской заявки, целесообразно обеспечить по каналам МИДа России проведение уже осенью этого года двухсторонних консультаций с датской стороной по вопросу подписания соглашения о предварительном разграничении сопредельных участков континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. С Данией. Чтобы потом уже можно было бы провести все остальные мероприятия, в том числе рассмотреть нормально геологические заявки, чтобы опять не было никаких споров. Но желательно сделать именно осенью этого года. Теперь несколько слов о развитии арктической зоны. Со своей стороны, Минпроды уверены, что драйвером ее развития является уникальная арктическая минерально-сырьевая база. Здесь силами геологов создана огромная минерально-сырьевая база, в том числе по стратегическим полезным ископаемым. На территории арктической зоны открыты 340 месторождений нефти и газа, из них 33 на арктическом шельфе. Количество действующих лицензий на углеводородное сырье 407. Я говорю не только о шельфе, но и о суше. Количество сколько? 407 лицензий. Это... Они доступны вообще, эти месторождения?
Что касается арктического шельфа, то они доступны. Мы как раз и когда выдавали лицензии, рассматривали с точки зрения доступности эти территории тоже. По состоянию на 1 августа текущего года в пределах арктической зоны действует 248 лицензий на пользу недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи твердых полезных ископаемых, а на шельфе арктической зоны геологоразведочные работы на нефть и газ ведутся на 75 лицензионных участках на общей площадью 1,3 миллиона квадратных километров. С учетом значительного объема работ, который сейчас выполняется и еще предстоит выполнить госкомпаниям, а мы знаем, что основные участники на шельфе – это госкомпании. В условиях макроэкономической нестабильности правительством принято решение о введении временного моратория на предоставление в пользование новых участков недр континентального шельфа. Это позволит компаниям сфокусироваться на исполнении текущих лицензионных обязательств, оптимально распределить финансовые ресурсы при реализации проектов геологоразведочных работ, одновременно в целях конкретизация обязательств недропользователей по геологическому изучению, освоению уже предоставленных пользователям участков недр, Роснедрами завершается актуализация лицензии, учитывающая реализуемые в регионе инфраструктурные проекты. Исходя из этого, мы как раз и предлагали, и правительством принято решение о введении временного моратория на выдачу лицензии. Ресурсный потенциал Арктики по природному газу, хотелось бы об этом сказать. Сейчас только 20 триллионов кубометров только разведных запасов существует, в основном это Ямал. Уникальная степень концентрации этих запасов требует специальных мер, направленных на стимулирование их своевременного вовлечения в разработку. На наш взгляд, в противном случае Россия рискует просто не успеть использовать этот потенциал в полном объеме в собственных интересах. С учетом возросшей межтопливной конкуренции на мировых энергетических рынках особое значение приобретает вопрос максимальной диверсификации способов использования российского газа. С этой целью необходимо разработать комплекс мер, в том числе и в сфере лицензирования, направленных на стимулирование повышения степени переработки природного газа с развитием в регионе производства сжижения газа, перерабатывающих мощностей, а также механизм строительства объектов транспортной и энергетической инфраструктуры. Просьба Владимира Владимировича дать поручение правительству проработать данный вопрос. Ну и еще одна тема, которую тоже хотелось бы затронуть, это тема, связанная с экологией. Освоение природных ресурсов арктической зоны осуществлялось до настоящего времени без должного внимания к уязвимой окружающей среде этого региона. И вы, Владимир Владимирович, лично видели, к чему это привело. В 2011 году вы были на архипелаге Франца Иосифа. В 2012 году по вашему поручению началась генеральная уборка Арктики. В качестве пилотной территории по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в Арктике выбран архипелаг земли Франца Иосифа, где по данным геоэкологического обследования масса накопленных отходов составляет около 90 тысяч тонн. По итогам проведенных работ по ликвидации накопленного экологического ущерба на островах ЗФИ в период с 2012 по 2015 год подготовлено к утилизации и вывезено 39 тысяч тонн отходов. Ну, это где-то около 44% от всего объема отходов. Очищен полностью остров Александр. Проведена техническая рекультивация площади 349 гектар. Минобороны также подключилась к этой работе. По их линии проведена очистка на Новосибирских островах, в острове Врангеля, на Новой Земле, на Рильске. Всего собрано свыше 9 тысяч тонн металлического лома, очищено около 150 гектар нарушенных земель. В этой связи, уважаемый Владимир Владимирович, учитывая, что именно по вашему поручению начались эти работы, мы хотели бы пригласить вас посетить остров земли Александра на архипелаге земли Франца Иосифа, чтобы вы могли сами увидеть, как меняется природа Арктики после уборки. Холодно сейчас там уже становится. Ну, можно сделать это в следующем году, год экологии, и можно было бы как раз здесь отфиксировать вот такой результат работы. Пока-то ничего, а там через пару месяцев, наверное, температура будет совсем... Да, там до 20 сентября, говорят, еще сезон есть, потом будет тяжело. Не успеем. Но действительно, может, на следующий год и лучше, имея в виду, что будет побольше времени для того, чтобы результат показать. Да. Да, Владимир. Хорошо. Ладно, спасибо. Алексей Валентинович, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, рассматривая в рамках Госкомиссии по Арктике вопросы экономического освоения арктической зоны, мы исходим из того, что два основных фундамента – это использование уникальной минеральной сырьевой базы,
прежде всего газ, нефть, уголь, цветных металлов, редкоземельные элементы, создание на этой основе промышленных производств современных и использование транзитного потенциала Северного морского пути и сопряжение этих двух элементов. А причем понятно, что хозяйственное освоение ведется в специфических условиях очагового ведения хозяйства, больших пространственных расстояний и локальной инфраструктуры. Это требует проектного подхода. Мы, значит, в рамках подкомиссии по социально-экономическому развитию нашей комиссии рассмотрели совокупность тех проектов, которые разные ведомства инициировали, которые были приняты решения, часть из них уже в работе, часть предполагается к разработке. Это порядка 150 проектов. До 30 года сумма инвестиций – это 5 триллионов рублей. Понятно, что требуется, во-первых, приоритизация, то есть мы будем выделять те проекты, которые предполагаются первоочередному использованию с учетом имеющихся рисков и результативности, и сопряжение этих проектов. Для сопряжения проектов, для того, чтобы использовать синергию, которая здесь может возникать, принята концепция опорных зон развития арктического региона. Это 8 опорных зон: Кольская опорная зона, Чукотская, Северо-Якутская, Ямальская, Таймырская, Ненецкая, в которой возможно развитие проектов на основе общих инфраструктур, что экономит существенно первоначальные финансовые затраты. И такое возможно формирование такого своего рода государственного партнерства, при которой государство снимает инфраструктурные ограничения, предоставляет определенные преференциальные режимы в рамках тех форматов, которые у нас уже есть, а предприниматель при этом себе обязательства по инвестированию, что позволяет оптимизировать бюджетные расходы, вовлечь уже имеющуюся инфраструктуру в работу и, так сказать, фокусировать этот выступ на разные, одновременно на несколько разных проектов. Кроме того, предлагается возможность использования инфраструктуры, объектов инфраструктуры двойного назначения, транспорта, связи, энергетики, как в интересах развития обороны и безопасности в этих регионах, так и в интересах экономического развития. Вот мы вместе с Минобороны эту тему прорабатываем. А для того, чтобы максимально эффективно использовать ограниченные ресурсы, предлагается использование тех форм поощрения развития, которые существуют: свободные порты, территория опережающего развития, индустриальные парки и так далее. В этой связи мы выступаем с инициативой и просим принять решение о возможности, во-первых, распространения режима территории опережающего социально-экономического развития на арктическую зону уже с 2017 года. Закон нам разрешает это сделать с 2020 года, но мы просим приблизить эту возможность. Это то, что мы делали для Дальнего Востока, да? То, что сделали для Дальнего Востока, распространить с 2017 года на арктическую зону. Мы так эти особые условия распространим на всю страну, и это хорошо, но тогда нам нужно будет для Дальнего Востока делать еще что-то, потому что нам нужно, чтобы этот абсолютный приоритет развития Дальнего Востока был привлекательным для участников экономической деятельности. Ну, наверное, это и есть магистральный путь развития. Как пилотный регион, отрабатывая наиболее эффективные формы вовлечения в хозяйственный оборот территорий и производственного потенциала, людского потенциала на Дальнем Востоке, то, что эффективно распространяем на другие территории, а там дальше идем вперед. Вот. И второе, это режим, то же самое, режим свободного порта, который опять-таки на Дальнем Востоке работает, в Владивостоке, еще на 5 портов Дальнего Востока распространяется, на опорные порты Северного морского пути, это Певек, Диксон, Тикси. Там, кстати говоря, не все порты включили на Дальнем Востоке. Предприниматели жаловались, что где-то на Камчатке, что ли, какой-то порт не включен. На Сахалине. Это точно надо включить, потому что... Это монопродуктовый порт, там только перевалка угля. Ну и что? Если можно, мы просто рассмотрим этот вопрос. Потому что если все остальные пользуются определенными, так не будет там ничего, перевалки никакой, все уйдут в другие порты тогда. Если у них рядом работают порты с льготами какие-то, а у них нет, и все загнется тогда. Посмотрите, потом расскажите мне, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Это рассматриваем как звенья одной цепи, потому что транзит через Северный морской путь, он предполагает использование и возможности портов Дальнего Востока, и возможность использования портов в бассейне Северного Ледового океана. У нас сейчас серьезно растет объем перевалки грузов в этих направлениях, в том числе экспортный потенциал, использование транзита для
производителей Дальнего Востока. И, конечно же, очень важно использование этого потенциала для северного завоза грузов. В советское время большая часть объема северного завоза шла через Северный морской путь. В настоящее время значительный объем идет южным путем, то есть завозится, значит, по железной дороге, а затем по рекам. Да. Но это занимает два сезона и стоит очень дорого. Поэтому, конечно, использование потенциала портового здесь очень серьезно снизит бюджетные затраты и сократит серьезное временное плечо для доставки этих грузов. Ну вот, вкратце. Спасибо. Так.